Итого. Отлично, все, у нас пошла запись демок. Что-то какой-то баг с моделькой. Ну что, боже мой, ставочка, кто первый разобьется, парни, точняк. Кто первый сдохнет? Нужно по бырочку сделать ее. Давайте на одну минуту рубим прогноз буквально. Кто первый умрет, или игрок команды Gucci Boys, или игрок команды Slide Leader. Посмотрим. Надеюсь, они минуту хоть проживут без смерти. Салам алейкум. Салам алейкум. Опять Руфтопс Мини? Да, опять Руфтопс Мини. Опять у нас жесткая заруба и, блин... Здорово. Ну что, идем в кастомку? Да, идем в кастомку. Черт. Ладно, походу надо по барику завершивать прогноз. Да, да, я уже забил. Челик из Гуччи решил первым умереть. Но он буквально умер, я сразу же закрыл прогноз, так что там... Успел, да? Немного, да, да, немного потеряли пацаны. Кто-то не успел поставить поинт. А чё, мне просто GameGuard запустить, и я могу заходить, да? Да. Так, ну давайте, наверное, по игре немножко посмотрим. Тут пока что слайд-лидер... Ага, нубик неплохо сделал. Ну, Сара остается 1 в 2. Минута 20 на таймере. Мне вот интересно, они вообще знают, что это за карта? Потому что пацаны с Gucci Boys как-то... Странно, да, они бегают. Они двигаются. Они что-то такие, бля, куда идти? Сторона Тавари у нас. Сразу Мизик, видно, правила читал турнира. Проинформирован. Да, проинформирован, хорошо, парень. Чурки тут заруинили. А, ну, о, неплохо. Осуждаю, если что, тебя клоун. Реально. Осуждаю. Они, походу, не знают, да, что на заборе? Последний день твоего аккаунта. Последний день аккаунта, походу. Ну что, у нас... Ага, байскилл... Не понимаю, что туда нельзя бегать. What happened? What happened, my friend? Ну я сейчас анекдотов пару расскажу. Забавите его. Как они быстро умирают, все ребята. Из Gucci Boys остается последний чел у нас. Что он не понимает, куда идти. Тут сразу видно, что... Уверен, пока это можно дальше не смотреть. Го, кастомочку. Реально, Руф, ну давай кастомку одну сыграем, а потом потомить. По кайфу, парни, спасибо. Позвал на стрим челиков, называется. Да ну, парни, мапа даже не знает. Чё за Руфу? Прошло хотя бы интересно, ну, чуть-чуть было смотреть. Ну это пока начало только, алё, ребята. Ты думаешь, они разыграют? Да, мне сейчас, кажется, да, они сейчас, да, они сейчас поймут, сейчас куда идти. Сейчас соберутся, размоточку покажет, стоп раз. Ладно, не будем рофлить типов туда, им и так, мне кажется, не весело. Тут ханта пока что вообще никакого нету. Как они бегают, карту смотрят. Да, они такие чистые. Го, пару раундов побегаем, посмотрим на карту. Фух, там чел чуть ли не завел. А, ну все, разбился у нас первый КТшник. Хорошо, пошла жара. Так, ладно, я открою, наверное, предикшн на то, кто выиграет картку. Да. Ну типа, а прикинь, чисто кто-то срубит банк чисто. Да, да, да. Ребят, на кучу бой все ставим точно. Это 3-2-2, я знаю. Да, реально можно квартиру ставить, что Gucci Boys проебут. Чего можешь уже отдавать? Ага, давай, блин, расскажем. Мне кажется, если кто-то ливнет, то свой лидер, так, все равно... Коммершал тем временем тоже разбивается. Нубик что-то троплит. Ух, флайскилл. Смотри, он не понимает. Он реально не понимает. Он... Ой, ладно, ему не дали с лейна, мне кажется, ладно, дали шанс парню поиграть. 15 секунд, там можно побегать.
Так он пропустил террориста прямо перед собой. Ладно, пока супер интересно. Он коэффициент 1000 сейчас был. Кто-то 10 поставил против 2-6. Знаешь, ты чисто десяточку залить на пацанов. Транс, я сегодня классно кастомчик сыграл. Топ-1 реально занял. Молодец. Значит, все равно интересно. Ну да, игра как бы походу будет очень напряженной. И тут типы как будто первый раз зашли на эту карту. А я вчера лег поздно, где-то часов 6, думаю. Надо будильник поставить, встать пораньше, чтобы режим не сбить все сильно. Я, короче, поставил будильник на 10:30. Такой встал, закрыл будильник, потом проснулся в 5. Нормально. С кайфом. Плей говорит, ПЛЯ говорит, что они первый раз на карту зашли. Ну, неудивительно, на самом деле. Тут видно, что пацаны вообще не понимают, что происходит. Мне кажется, он сейчас опять на забор пойдет. Да, он пошел. Ему только что чел сказал, типа, не лезь на забор. Он такой, знаешь, по привычке. Ну да, что за террористов геймплей, что за КТГ? Нельзя, че за рофу? Да никто не мешал, он готовится, просто типа не про информацию. Сора умер, и буква K, там этот чел, у него такой... А зачем реально, ну, забор запретил ты? Там же нет ничего имбового. Просто по дефолту, как бы, на скилле нельзя заборчик, и все. Так это же не обычный рофтупс, тут на забор с трех сторон залезть можно. Бля, чел, ну давай не будем. Запретили, запретили, все уже. Ладно, админ клоун. Понятно, осуждаю. А, нет, тут можно... Не то. Ну, я не знаю, тут чел просто не смог залететь на КТ Виспе, на Red Roof. Кстати, следующий турнир будет буст 3 на 3 с колешкой. Да. Которая снимает 200 хп. Нет, которая откидывает в другую сторону. Да. А я, кстати, не помню, можно ли даун на Твиче сейчас говорить или нет. Так это типа слово на R, рета и там дальше, короче. Да. Да. Тебе нельзя говорить. Это такой бред. А, ну ладно. А, ну, вроде все, что связано с болезнями, нельзя говорить. Типа даже того. Дебил, по-моему, говорить нельзя. Ну, осуждаю, получается. Тут Сора что-то прыгает, крутится на маркете, непонятные мутит. Да стопни, гомнекс. Да ладно, не, дайте парень поиграть. Ну прикинь, они сейчас такие типа, так, окей, соберемся. И чисто все поинты улетят кому-то там, опа, опа, нубик. Как нубик, как он выжил? Окей. Я честно не понял, боже мой, еще одна смерть за КТшников, ну тут печально реально. А, это Мизик, да? Плеер это мидик, посмотрим на Артёме. Боже мой, Артёме. Артёме забоксили. Вот тебе, пожалуйста, первый неплохой раунд. Ну да, сейчас соберут. 4 минуты всего лишь, да, разрыв. Да, кстати, скоро на Твиче будет не разрешать, ну, не запрещать, а только разрешать. Боже мой, Кей разбивается, господи. Самое начало раунда, уже вдвоем остаются ребята из Gucci Boys. Разбивается флайстил каким-то образом на... Кстати, Фантом, на маме, если у тебя будет, ну, плюс-минус популярный аккаунт, я мог даже за чат забанить. Что ты еще что-то написал? Боже мой, я просто знаю реально, чего банили за то, что они чат не модерировали во время игры, там, в Доту, допустим. В смысле, за чат, типа, могу забанить? Да, да, да. Так, а как я на него могу повлиять? Я вот стримлю, например. У тебя модераторы должны быть, которые следят. Да я сейчас всех модераторов уберу и скажу, что меня нету, типа, и все. Они должны удалять такие сообщения, типа. Чего? Да ну, тебя не тронут, чувак, у тебя 50 человек смотрит. Да какая разница, да, это бред полный. Тем временем Сора разбивается. Нубика зарезаю, бред. Зарезаю. Это украинские слова прорезаются у меня. Чисто Украин. Это объективно, наверное, да? Да-да-да, объективно зарезают, пацаны. Там уже челики решили поспамить в чатик немножко. Ну чё, Мизик, 1-2, что тут он покажет нам? Боже, Артёме. Артёме СГС, это жестко вообще. Прикинь, самый рофл, если кто-то пожалуется на канал и типа, до свидания. Так, я уже пожаловался. А, нормально. Блин, я что-то так ору, что-то реально, если там чат на бан работает. Я вижу, вижу. Парни сразу вошли в положение стримера такие, и все попёрли. Ну, кстати, YouTube есть вообще, да, без разницы, типа... Ну, на YouTube они такие стримы, мне кажется, на YouTube хуже.
Там и чат хуже гораздо. Чат хуже, поинтов нету, эмоджи вот эти вот всякие и прочее говно. Так, тут у нас ребята решили подсобраться, да, из Gucci Boys, как я понял. Так, и вот подсобрался парень на маркете у нас один. Сейчас Сора... обычно будет. Смотри, Сора чисто на шифте идет. Такой. Так, коммершал, бэхоп. Что-то так, немножко он фейлит, коммершал и... Сора дождался своего фрага. Остается последний у нас флай скилл. Чего, вообще похуй, да, что там его Сора сверху сикает? Да-да, ему без разницы, в принципе. Тут пошла инфа по нему, походу, сейчас. Вот он реально, ему очень стрёмно передвигаться, я вижу, он прям боится что-то сделать не так. Какие-то непонятные двойные мувы, сейчас его на сладе походу убил, да? Жесткий бы хоп у типа, кстати, реально, очень хороший. Мне кажется, он в один момент просто остановился на месте. А зачем он встал? Он думал с макета сесть? Да, но там, кстати, смок очень густой. Я уже не помню, есть на HLTV какая-то команда? Типа, можно посмотреть нормально. Ну что, у нас по таймеру все так же печально для Дитя. Вообще можно задоджить всю эту тему, сказать, что ты любишь BLM и что, я не знаю... Давай задоджишь, давай расскажешь. Что ты ненавидишь белых угнетателей и еще там что-то всякое намутить такое. И все, как бы. Ты станешь любимчиком Твича. Там, кстати, рафляные смерти были, Сора минуснул двоих КТ, как я понял, или одного. Это... Может, реально в кастинку пойдем, они сами доиграют, то я вам послушаю. Да не, тут нубик сейчас бахает. Если я метаю 0, напишу, не заметит. Ой, да ладно, ну блин, надо официально типа доиграть, а то там будет машня жесткая. Так, отлично, Мамизик просто очень классно залетел. Реально, Фантома, то что больше поддерживаешь? White Power или BLM? Давайте не будем. У меня не политический канал, я осуждаю такие вещи. Мы зашли поиграть в ХНС. Ну как, наигрался? Да, наигрался пускай вообще очень. Я вот вижу, парни из Gucci Boys тоже жестко наигрались на этой мапе. Да не, но никакого хейта, просто парни мапу не знают. Реально, я только хотел говорить, при чем тут вообще... А, тут нубик разбивается. Боже мой, коммершал тут же такие фейлы делает. Последний остается у нас. Ну, если сейчас кто-то могут, они выиграть спокойно. Ну, 2 в 2, кстати, на самом деле. Я думал, 1 в 1 уже. Там чел просто так умер на суше. Боже мой, какие жесткие фейлы по бэхопу даже. Так. Очень непонятно. Они догадаются, что там нет серфа? А, то есть они 3 в 2 раунда за 30 секунд проиграли, да? Да, кстати. Ничего страшного, почти получилось. Бывает. Как тебе их игра объективно, Фантом? Объективно зарезали хорошо. А так, нормально. Сора мансит на маркете. Кстати, тем временем напоминаю, что два... Боже мой, тут коммершал опять чуть ли не сдох. Мизик у нас на редруке. Чем рофл? Вот я не понял, ты, наверное, знаешь... Он спрашивает, а как белый рейнджер по-английскому будет? Я понял, не надо. Там... А что такое рейнджер? Я тупой совсем или что? Там есть перевод очень хороший. Там, я так понял, есть слово, которое я подозреваю, за которое тоже банят на Твиче. Но в переводе типа у тебя будет белый рейнджер. Как раз таки на английском, который тебя забанят. Так, тут Мизик, отличный звук у парня, вот с наушниками сразу видно играет. Чел просто за километра, ну, реально было слышно его. Коммер что-то про серфы пишет, потому да. На брике играет. Для одни серфы, факты. Просто Мизик. Как там чели какой-то на миде чуть ли не встрял. Или встрял, кстати, вопрос. Fly skill. Так. Ну, кстати, для скайла мапа хорошая, реально. Не знаю, что, только бус играет.
Ой-ой-ой, там сейчас на КТ респе кто-то должен умирать. Там еще подошел челик. Ну ты на всюрф, плиз. Адмор, окей. Боже мой, как разбивается челик. Ну вот как можно было там умереть? И сейчас второй, да, тоже нубик его догоняет. Сора чуть ли не убил Гуччи. Гуччи бой. Так, в смоке. Манцы в смоках. Флайскилл просто на панике, нереально, что-то делает. Боже мой, как же он паникует. Хороший мувот флайскилла был. Уверенный. Прыгнул обратно к КТшнику. Он реально не понимает, что делать. Печально смотреть на такое, потому что... Чисто работяги пришли порофлить. Да. Печально смотреть, потому что парни явно не понимают, что делать на этой карте. Так, нубик пришел к КТшнику. Ой-ой-ой, нубик. Переиграл. Парняга. Сора на втором маркете или гардене, не знаю, что это за спот. Как его правильно назвать. Даже нубик тем временем у нас умирает. Ха! За ним догоночку и КТшник тоже. Неплохо. Мне кажется, каждый раунд стабильно есть смерть вот какая-то. Типа не то, что там тебя убили или догнали, а ты прям тупо сдох сам. О, первый хеджамп бай Сора. Мы это увидели на стриме. Красиво Сора запрыгнул. Он еще и тут развернулся просто от челиков, развернулся еще раз. Тут мне кажется, он уже немножко катает на скилл даже. Да, неплохо. Нормально поманцевал Сора. Ну, что, время позволяет, почему бы и нет. Так, Мизик, как поманцует Артемий. Артемий хорошо манцует. Прям уверенно. Так. Мизик сразу видно, не первый день эту мапу играет. Ребят, ну видно, что сильный игрок остался последним. Как говорит МСК, не, ну видно, что Мизик очень сильный. Ага, ну... Сука. Боже. Ну Артём ебёт, реально. Реально без негатива, но просто одна команда не понимает, что делать, а вторая, блядь, рофлит, какую-то херню делает. Пласки у нас на ВРе, буква К, он же Хасиенда на поле с какой-то, блядь, непонятный ник у него. Music not like this, реально. Ага. А, вот КТшник разбивается. Просто чел скинул с ладера, типа... Ой, давно я этого не видел, кстати. О, но нет. Нубик. Кстати, я думал, нубик сейчас вообще сдохнет, но ладно. Окей, 2 в 2. Шанс есть, да, на выигранный раунд. Mm-hmm. Да, шансы были, как говорится. Шансы были. Ну тут коммерчал, никто не ха... Ну смотри, что делает флайскилл. Ну, он не, ну один на один побегать, я не знаю, да на любой карте можно, даже если ты ее не знаешь. Че сложного? А, даже... понятно. Давай, так он, Че там такое? Ты тоже это увидел? Он второй раз просто залез туда же. Да. Блин, я скачал GameGuard и смотрю со стрима, это адекватно, не? Да просто зайди на HLTV и все. Да я уже скачал, я его уже запустил, сейчас я умрет. Да, челу сказали два раза, типа, он говорит, я забыл. Так, коммерч. Тебе вообще забор запретил? Я не понимаю. Ну вот так вот, братишка. На обычном рутоксе, да, тут зачем? Коммерчал, кстати, вот немножко разыгрался, да, как я понял? Ага, разыгрался и наигрался. Могилу розыгрыш. Разница в 4 минуты. Что, получается, все идет к тому, что Гуччи бой сейчас жестко камбэкнут, правильно? Да, сейчас зайду на сервак. Давай, давай, зайди. Какой пароль скажи? Не поменяй. Сейчас я тебе напишу, секунду. Я, может быть, 30 FPS на стриме. Вот и похер. Вот такой вот пас. Так, тут что-то у нас за мидиком идут какие-то гонки. Ой-ой-ой-ой-ой.
Я думал, сейчас кто-то разобьется из КТшников, но нет. Ну что, 3 КТ на КТ-респе. Уф. Хорошо сделал там парень на респике. Нормально отек. Не повелся на мув, типа. Ну что толку, если уже на таймере минута 25, и это нереально здоровое время. Кстати, вот тут... Что? Почему он спрыгнул? Зачем? Все, остается последний Артемий. По дефу сейчас будет тащить. Мотать ложков, так сказать. Ой-ой-ой, Артемий. Не прочитал. Не прочитал он этот мув. Да, я думал, он опять пойдет на забор, честно. Ага, вот первая смерть у нас есть. Разбился. Опять же, кстати, на том же месте, боже. На этом споте, вот там, где трупик лежит, вот на этом споте умирали типы, наверное, раз 5 уже за эту игру. И они все равно туда прыгают. Тут нету слайда. Ребята, вот слайд. Левее немножко. Они все равно туда прыгают. Каждый раунд. Так, флайскилл. Посмотрим на мувы типа. И чё? И чё дальше? А, то есть КТшник, который отсекал с... Ну нормально как бы. Сыгранность хорошая у ребят. Тем временем Мизик умирает. Что-то тип вылез с КТ-респы, потом залез с другой стороны чел его на редруфе и... Камбэчная пошла. Да, да, камбэчная пошла реально жесткая. Да, парни, мапу выучать. Это тактика такая, ну, играть как боты. Это шанс дали, пацаны. Расслабятся и потом все. Ёпка. Шанс дали, да. Ну, кстати, да, флайстик играет. Ой, ой, еще не въебали, что ли? Ты где был? Руфа. Ну, тут сказка выиграем, у меня тут пару стен попался. Я телефон. Понятно. Мизик в таверну. Наверное, в таверну парень отъехал. Он коммершал тут, походу, решил сыграть на верочку, да? Взять раунд пацанам. На самом деле, мне кажется, что Свайд Лидер тоже хуёво достаточно играют. Ну, мне кажется, они максимально расслаблены, типа... Ну, МБ, да, МБ. Взяли буквально два раунда. Предыдущие сильнее играли, причём идти. Да, там было видно, что скилл нормальный был, типа... Боже мой, какие фейлы от коммершала. Встрёт в ящик челик. Там всё равно въёбывал сказку. Не, сказка тоже, там неплохой раунд один выдал. Да, расскажешь. Сказка есть лишь по должен. Если ты на стриме, давай, я жду Сбербанк кину. Вон сегодня, я ты читал Steam, что это? Не. Так, прочитай. Смотрим за Артёмием, как бы. Так, Нубик уже отъехал у нас. А, да, я ему 10к должен, давай сказка на созвоне. Ой-ой-ой-ой. Темпу посмотри. Ой-ой-ой, Мизик. Запутался немножко сам смотри, в своих же мувах, но, кстати, он выжил, он выжил. Артём просто псих. Троих катает на бэхопчике. Бэхоп стайл. Или я СБЖ, да? В бэхопе ты думает, бля, с пацанами бы вечером пока с танком поиграть, пиздец. Бороу тайм. Да, он, наверное, думает, бля, как же я хорош. Как же я пиздато играю. Ой, Мизик, ну, кстати, нормальный мув был, но нет, не до конца. Ссора тем временем. Что будет делать все у нас? Вот так вот размансовался. Ой-ой-ой, тут еще ящичек есть, прикольный, кстати. Неплохо. Че-то очень хуёвый сюр, по-моему. Но все равно он выживает, и я не знаю. И на слайде вдвоем пацаны за КТ его не отсекли, как бы. Он просто уходит дальше, бежит прямо. Тут реально очень плохие сюрфы ловят ссоры, я не знаю, как он здесь проживет. Не, ну первый плохой, второй хороший. Второй тиман. Ссора просто... Да, мы уже Артём пишет. Ссора просто тут уже... Веселится, реально видно, что-то туда-сюда прыгает. Да. Thanks for game. Мизик, что это за какой-то, не знаю. Ну сейчас, ребяточки, два подряда возьмут и все умрут. А прикинь, реально, они, короче, сейчас забиваются, а эти берут два подряда и до свидания. Наигрался, пацан. 3-2-2, то есть. 3-2-2. Поинты. Мизик, короче, сам на себя поставил. И все. Бля, реально, последний раунд этой хуйни фу, бля. Не, подожди, это предпоследний. Чего говорить, что, бля, вы так пиздато сыграли 8 минут.
выиграли за все раунды на этой карте. Ну тут реально заруба прям мясо. Реально, да, красавцы. Боже, парни, там чел пришел. Первый раз на карте так сыграли хорошо. Респект прям. Респект таким парням. То есть, мне кажется, по факту следующая карта будет в бане Ханесру Руфтупс Мини, да? Да, ну так, почему? Мне кажется, да. Кто next будет играть? Сейчас мы чекнем. Кто будет next? О, господи, там еще разбился пацан. ГГ они пишут. Я не понимаю, почему этот, почему нет, ну, почему если обычно Руфтупс и нет ХНС ДЗВ, это админ что у нас? Традиционная ориентация. Понятно. Короче, Gucci Boys против Sladilius играют. Следующая катка Deep Dark Fantasy против VT Siders, если что. Deep Dark Fantasy, это про... Это вообще про там... там, короче, будет играть Калу, потом Балас вроде, Трумпан и... как его? Ну, Radiohead Fan этот, который, я уже не помню, как его... Фир, да. А, против, они будут играть, это, кстати, тоже, ну, не русская команда, не будем называть их, против Рокала, Атеиста и Софтера. Ну вот как парни будут играть? Это вообще кто? Не знаю, такие никнеймы у типов. Не, блин, мне кажется, я их знаю, наверное, ники сменили просто. Рокал мне писал в ЛС раз 500, наверное, по самым разным вопросам. Я реально не знаю. Я обычно всех инвесторов знаю, тут что-то не пошло. Ну, Софтера я знаю, как бы. Рокал, говорят, топ-1. Ну, еще при Софтера нет. То есть, следующая заруба будет вообще прям. Is this hide and seek? Yeah, bro, this is hide and seek. О, господи. Говорят, ты меня слышишь? Тебя слышу, да. Команда Deep Dark Fantasy, это про людей с другим цветом кожи? Нет. Это нормальные люди, которые хорошие. Не знаю, как еще писать. Ну что, поздравляем мы команду Slide Leader с неожиданной победой, кстати. Если кто по один просто пробегал. Хорош, Артём. Реально, неожиданная победа типов. Осуждаю плей.